Итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год подвело Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одинцовскому округу. В ходе заседания, которое прошло в госавтоинспекции в Больших Веземах, озвучили первоочередные задачи и цифры, достигнутые по итогам проведенных мероприятий. В части раскрытия и расследования отдельных видов преступлений отмечена положительная динамика. За 12 месяцев 2022 года сотрудники ОМВД раскрыты 2579 преступлений. Данный показатель является наибольшим среди подразделений областного главка. Процент раскрываемости составляет 64%, что выше областного. Из общего массива раскрытых преступлений 2579 по линии криминальной полиции раскрыт 1026, процент раскрываемости 51%, по линии дознания 1553. Сотрудников, показавших наиболее высокие результаты работы по итогам 2022 года, наградили благодарностями и почетными грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и успешное выполнение задач повышенной сложности. Служу России! В заседании приняли участие руководство ОМВД, глава Одинцовского округа, представители ветеранских и общественных объединений. Сплоченная работа ведомств и госструктур позволила добиться высоких результатов. В целом за 2022 год сотрудниками ОМВД к уголовной ответственности привлечено 1789 лиц, что является первым показателем по Московской области. По итогам 2022 года Одинцовский округ занял первое место в Московской области по достижению показателя «Безопасный город». В настоящее время в нашем округе установлено 7591 видеокамера, что в свою очередь является самым большим количеством видеокамер в Московской области. Они внедряются и на въездах, и выездах из города, и в населенных пунктах, в криминогенных местах, которые нам как раз подсказывают сотрудники полиции, в подъездах, в отдаленных уголках округа, ну и, безусловно, в местах массового скопления людей. По результатам своей работы Одинцовское ОМВД входит в десятку лучших управлений по Московской области по общим показателям оперативной деятельности. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».